плохие, он вредничает, не нравится, обижается, злится, переживает, беспокоится, вредит, ну и так далее, то эти чувства, вот бесит, что кто-то ест неправильно, бесит, что там не так, кто-то к нему относится, бесится, вредничает от того, что там что-то не так, как он хотел, переживает по поводу чего-либо, кстати, неважно от чего, неважно по поводу чего, главное, что переживает. Все это делает его шар тяжелым. Этот шар тяжелый, он скатывается, не напрасно в народе говорится, что вот надо же, так скатился человек. Почему он скатился? Сначала скатывается, а потом оскотинливается. Почему? Потому что человек скатывается, когда это человек угрюмый, когда человеку все не нравится, когда он не работает над тем, чтобы быть на стороне света, чтобы создавать визуально, внутренне и искать возможности, испытывать хоть какие-то маломальские состояния, хотя бы небольшой радости в своей жизни.